Друзья, всем привет! Первый аромат от Benetton – это Colors Man Black. Старт немного рисковат. Аромат древесный, перечный, немного с кислинкой, слегка терпкий. Хорошо ощущается ут. Собственно, он и кислит немного. В целом аромат понравился. Немного похож на Bulgari Man in Black. Сезон осень-зима. Стойкость неплохая, шлейф средний. Хороший, интересный аромат. Ребята, следующий это Colors Man Black Intense. Аромат пряных трав с нотой свежести и сладковатым шлейфом. Парфюм имеет чисто мужское звучание. Сезон осень-зима. Стойкость и шлейф средние. Вообще бренд выпускает бюджетные неплохие ароматы для нетребовательных людей, которым важно просто приятно пахнуть. Ребята, следующий аромат это Colors Man Green. Это весенне-летний парфюм с крайне посредственной стойкостью и шлейфом. Древесный, цитрусовый, акватический, повседневный аромат, который просто приятно имеет звучание и никого не оттолкнет. Рабочая лошадка на лето, на каждый день. Ребята, следующий аромат это Colors Man Blue. Также аромат на весну и лето. Фужерный, озоновый, древесный, цитрусовый. Стойкость и шлейф ниже среднего. Не клон, но немного похож на такие ароматы, как Banderas Blue Seduction, Versace, Fresh. Простой, незамысловатый, свежак, который будет освежать жаркую погоду. Интересный, приятный аромат. Все ароматы этого бренда стоят 15-20 долларов в интернет-магазинах. Ребята, следующий аромат это United Dreams Tonic. Это цитрусовый, фруктовый, бодрящий, холодный аромат. Очень интересный, освежающий парфюм на лето. Мне он очень нравится. Не хватает ему, конечно, стойкости и шлейфа. Часа три на моей коже он держится. Звучит современно. Выпущен в 2020 году. Интересный вариант на теплый сезон. Интересный такой флакончик у него, жидкость. Бодрящий, освежающий свежак. Ребята, следующий аромат это Dream Big. Это древесно-цитрусовый аромат. В меру сладкий, пряный. Сезон осень-зима, стойкость средняя, а вот шлейф никакой. Аромат похож немного на Валентина Ума и Dior Homme Intense. Только Benetton звучит намного беднее за счет дешевизны компонентов. Ну, как я уже говорил, бренд бюджетный, ароматы стоят 15-20 долларов в зависимости от объема в интернет-магазинах. Есть 60 мл, есть 100 мл флакон, есть 200. Ребята, ну и последний аромат это Together. Свежий, легкий, летний парфюм. Ощущаю бобы тонка, амбру, сладковатый цитрус, дерево. Никого не затушит, комплементарный. Аромат пахнет мужскими уходовыми средствами. Одним словом, пахнет чистотой. Стойкость слабая, а шлейф вообще никакой. Но аромат приятный. Друзья, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока. До новых встреч.